В этом учебном году в Карачаево-Черкесии в первый класс пришли 6046 юных учеников. Это на 1100 ребят больше, чем в прошлом году. От 9-й гимназии Черкесска первый звонок был дан для 148 первоклашек. Подробности в репортаже Мурата Джанкезова. Еще вчера они были дошколята, а сегодня уже настоящие ученики. Вот и маленькая Ева Шаганова, стараясь скрыть свое волнение, вместе с одноклассниками с нескрываемым интересом, широко распахнув глаза, знакомится с гимназией. Радостное волнение заметно и на лицах ее родителей. В сопровождении своих наставников, учителей, мальчишки и девчонки впервые держась за руки, дружно прошагали по школьному двору. В их честь прозвенел и первый школьный звонок. Здесь же на линейке прошел и первый урок для первоклассников от сказочных героев. Нужно не лениться, а учиться. Это правило усвоил знаменитый Буратино, который, несмотря на хитрости лисы Алисы, сумел прийти в школу с букварем за знаниями. На торжественной линейке руководство школы и приглашенные гости пожелали учащимся отличных знаний и успехов в учебе. На линейке также прозвучали песни из школьного репертуара. В этот день самое пристальное внимание, естественно, уделяется самым маленьким. Это и первое знакомство с учителем, с одноклассниками и гимназией. Для первоклассников школа не просто уроки и домашние задания. Это интересный и увлекательный мир новых открытий. Я так хотела в школу, я так ждала этого дня. Мы будем учиться на отлично, у нас очень хорошая учительница. Желаю всем хорошей учебы. Я буду учиться на пятерку, и я сюда пришел хорошим настроением. День знаний волнителен и для первого учителя этих малышей. С самого начала опытный педагог старается дать детям самое лучшее. Обстановка должна быть доброжелательная, что я и пытаюсь создать. И в этой доброжелательной обстановке дети уже раскрываются. И далее я внимательно наблюдаю за каждым из них, как на уроке, так и на перемене. Некоторые детки себя проявляют именно на перемене. Характер изучаешь детей, внимательно следишь, что их обижает, что их радует. И в дальнейшем, конечно же, уже делаешь выводы. Первое знакомство с новым учебным заведением у первоклассников состоялось, а впереди их ждут 11 лет. Невероятно интересной, насыщенной разнообразными событиями счастливой детской жизни. В добрый путь. Мурат Джанкезов, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия.